Если тема транзита с Евросоюза уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой, Украина-Литва, через нашу страну в этом году составил около 3 миллионов тонн. В том числе через Гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу, 3 раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту.